чте, сещану уякмева. Так, а тут интересно, что сидит кто-то, да? Город замок. Я напал бы. А, ну меня даймё идет сейчас с армией. Сейчас да. Еще эти отобью и все, все свои территории я вернул. Бля, ну ты его флот тусует. Ебать, что за корабль-то? Черный корабль. Что это такое? А, это уже крутые корабли пошли. Нихуя себе. И он прокачанный или что у него тут такое? Цени, у меня стоит на юге возле Тонта. Где кораблик, стоит черный корабль какой-то. А у меня, короче, растет 4 генерала. Он с пушками, он с пушками. У него на борту пушки, прикинь. Черный корабль что захватил? Нет, это он как раз приехал ко мне. Он почти мне пизды давать надо. Ну, это черный корабль, его можно захватить. Ох ты, пидорас, приехал. Под тобой. А, он мирный договор предлагает, кстати, мне. Вот простое решение. Ну, шли его нахуй. Закончим эту войну, пока наши народы не погибли, словно... Коль, напал на торговый путь, пизды получил от моих кораблей. И все, и пизда. И такой сейчас мирный такой, вот дай пацану мирным замирюсь, да ну нахуй, я что-то лохал. А он же даймё проебал, двое генералов проебал. Теперь-то, конечно, че ему. Тебе ему надо мириться. Трех. Трех генералов. Даймё и два генерала. Вот он, европеец, видишь, вот эти корабли, эти классные. А, ну это там взлетал какой-то. Еще этот. Ты не успокойся, все, ублюдок. Так, давай захватить его, да, можно? Флот. Давай попробуем, че. Цени, блять, у него мощь, Дима! Что? Цени, у него мощь. Да, у меня не видно еще ни хера. Ну, давай я это самое боем. Я с тобой, а. Боюсь, просто ради интереса. Ебать. Беги. Ну, это черный корабль, чувак. Черный корабль, он уникальный. Тремя флотами, наверное. Ебать, я лоханулся, ну ладно. Да это не факт. А там, наверное, тремя, наверное, флотами. Его на абордаж, если только. Я, кстати, ни разу не видел. Сейчас посмотрим. Ты, конечно, проебешь. Дай мне тогда левый фланг, что ли, или правый фланг. На тебе левый. Забирай. Чё, пускай так и стоят, чё, поехали. Чё с ним делать? Чувак, ты мне дал центральный и справа. Да. Полководцу грозит опасность! Ты... Его нельзя потерять! Сказал, на тебе левый, и дал мне справа и... по центру. Ну, я тебе левый дал, и по центру один. Нет, ты мне центральный дал, и справа один кораблик. С фразой, на тебе левый. Ну да, я лоханулся, ну ладно. Короче, я на всех парах пиздую на... в этот... на абордаж. Как абордаж? С костью бою? А, абордаж у меня, да. Да этот вообще черный корабль стоит, ему как бы, чё? Какой смысл ему двигаться? Смотри, что за корабль такой. Европейцы приплыли, пизды давать. Ну, кстати, не европейцы, там уже японцы на нем торчат. Немцы. Да. Его, видимо, кто-то уже успел захватить. Он, видишь, там с катанами что-то ходит. А, они получили. А может они Китай? Слушай, хуй пойми, нет, походу это все-таки не японцы. Да не, европейский флаг. Европейские торговцы. Это...
Его главное на абордаж брать, чувак. Не уничтожать. Вот, все, я подплыл уже, может, на абордаж. А, они еще не все вот это подплыли. Ну это, наверное, эти пидорасы с мушкетами. О, как корабль разъебали, кстати, один. Да, я знаю, они на мои большие просто стреляются. Зачем ты стреляешь по ним? Да они это сам подплывают, на абордаж сейчас. О, все. О, первый пошел на абордаж. А чего это не может? Шайте пучка. Ну, у них, наверное, пехотинцев нет. У некоторых кораблей есть такая хуйня. Ну, этот пошел. Похуй, вообще, БСС становится, отбивается, вот. Так, так, пацаны высаживаются на абордаж, кстати. Я вижу, сзади. Получают пизды, они просто высаживаются. Чё, они всё? Вижу. Блять, да высаживайтесь, ёбаный, брат. А, это, не, это просто по одному, походу, с правого борта можно. Справа. А у тебя следующий пошел на этот? Ну да. Ну могу отменить, кстати. Я отменил, давай, высаживайся. Я с большого. Пойдем. Блин, это стрелы втыкаются в корабль, вообще похуй. И с пушек разносят. Он большой корабль пошел на этот. Бля, ну кого-то убивают там, слушай. О, чего как овище по. Пизда по всему кораблю. Ебать. Он не доплывет, по-моему, вообще даже до корабля. Они с мушкетами, кстати, уже. Да, не доплыл. Следующий пошел. Я подумал, что. О, слушай, он что-то разворачивается. Да, и не больше похуй. По пару солдат уж купили шальными стрелами. Смотри, короче, это. Ну что, доплывет, нет? Пизда. Удивительно-то как, а? А как отступить вообще, когда все. О, ебать, ремонтироваться может прям в бою. Охуеть. Все, нету этого больше водки. А как отступить? Да вон, белая, отступить Ctrl F5. Короче, надо нормальный флот подводить, чтобы прям большой-большой был. И брать этот корабль на абордаж всеми прям реально силами. А как всеобщее отступление? А, все, нажал? Нажал, зачем? Это показывает, типа, надо свалить. Ему вообще похуй было. Он реально ничего не от него. Корабль незначительно побеждает. Он, блядь, полностью разогнал нахуй всех. Нужно быстрее.
скрыть, Да, и мы даже ничего не сделали, просто два корабля с нулем или три, сколько там. Пизда. Я не знаю, какие тут и мы реально ничего не сделали, я не знаю. Да за какой-то. Его можно захватить. Абордаж. Тяжело, но можно. Давай, сохрани повтор, пусть это будет на твоей стене. Да не, не стал сохранять. Этот позор. Не, ну слушай, корабль правильно, мне понравился. Таким кораблем. А ты представляешь захватить его? Четыре корабля ушло. А, не, покоцанный один. Да это он с... твои присоединились, бывшие. А. Пускай. Да. Пока что я тут делал? Ничего еще не делал, да? Хотел что-то делать. Ага. Так, давайте военный порт. Пацаны идут. これでおしまいにございますか? ご命令でしょうか? これで我が一族のために戦おうぞ。 ご命令でしょうか? この絵の忠誠を誓います! Генерал, я не понял. У меня генерал где-то шел. И он потерялся. По пути. Да, тут ниндзя этот ураганит ходит, да, его. Ебать, у него прокачанный ниндзя. А, мой вот он сходит, кстати. Уюби десю. Так, что у меня качается? У меня женщина качается, Пейден из генералов. А, я хочу посмотреть преданность семьи. Преданность 3. Раз, два. Преданность плюс 2. Всего 5. У этого самоуверенные сыновья минус 1. Надо вот читать это самое. Что там даст? Так, ну я типа все. Ураган, типа, ураган. Забирай все, все свое забирай. Бля, я забыл с кораблями там внизу повоевать, ну ладно. Там у меня стоит. Ха-ха! Да, ну смешно с этим кораблем, конечно, повоевал. Эти дзен отведу, теперь будет там сидеть, сука. Хотя нет, лучше даже в кагу. У меня сейчас даймё с генералом подойдет, и я буду это ураганить, чтобы их прокачать по-быстрому. Потом даймё посажу где-нибудь. Сидеть. Ну, я еще буду что-то гонять, хуй знает. Тоно но шимубе де гозаримасу. Тоно, декимасен! Я сейчас сисю позахвачу справа. Пиздец. Ля, а там... Налоги.
захватил у синего что-то провинцию. Прикольно. Какой-то зеленый захватил у синего провинцию. А, вижу. Только эти захватен, походу, как обычно, блядь, восстали там кто-то. А, ну возможно, да, кстати. Судя по цвету, просто там реально восставший. А. Что-то сегодня синий не ураганит этого самого фиолетового. А он до меня дошел, короче, развернулся, пошел обратно. Фиолетового ураганит. У фиолетового, походу, синяя война, да, я так понимаю? Нет, интересно, где он? Где фиолетовый? Которым у меня война. А я сейчас силу накоплю справа и пойду синего попижу. А, у меня с красным война. Ну, с фиолетовым, с красным, да. Фиолетовый, на фиолетовый мне похуй, я не знаю. Я красного не знаю. Типа, сейчас там не важно. О, опять это плывет ко мне. Тут по-любому слив. Ну, сейчас у меня там флот есть, и что я его гоп-стопну. Я подошел за угла. А, думаю, что деньги увенчались торгового пути. Нет, Рус, я предлагаю. Там пока не хотим. Алло? Время древних богов прошло. Чужестранцы принесли нам свет истин. Прикинь, христианство пришло. А, фиолетовый что-то тут теперь выебывается. Так, а я в порт поеду. Чиниться. Давайте. Ха-ха. Так, наем войск. Что мы можем нанять? Корабли осушники. А, тут как раз строится. А тут что? Так, я стою за ним кораблем. Так, ну вот тут у меня внизу что-то интересное, что тут. Тут. Коэно итари ни зонжимас. Тоно, сиги но гомэйрэй ва икани. Дёрнул. Чакжитс ни сме. Я возвращаюсь. Хо агэро. Хока ни нани мо най но деска? Это что-то желтое место. Тоно, сиги но гомэйрэй ва икани. Так. Что мы имеем тут? Тутушки. 150 доход. А, мне армию уже завести. Так, Сёгу, давай. Инди, давай, наблюдать. Смотреть, что он спустит. Так, они же генералы. Давай, что ли, где-то сидит. А вот это мне? Так, что-то можно жратва пока на масс. Еще 200. Можно торговлю поднять. Буду.
Так, а, ну... А, подожди. Нас... Продолжит. Так, чё тут мне тут ураган, это ублюдок. Наземный торговый порт. Так, а тут чё? Пока ничего. Что ещё можно построить? Конечно, его построить. Долго и дорого. Может, армию еще нанять. Кого нанять? Так, с моей хатори съели. Давай. Ты пойдешь. Ты пойдешь. Лучник. И все. Сохранись, Дима, еще. Угу, чё? Чё-то как-то мы это забыли, сам знаешь. Мало ли что будет. Так, ну я армию восстановил, кстати. Сейчас Дайме подойдет, и можно дальше ураганить. Будет интересно. Интересно, интересно. Как раз у меня город в Сассе. Уже должно быть... Опозоренный даймё, минус один. А у тебя? Манзукзя. Да, в городе почему-то написано, да, слушай. Чё за фигня? Есть, сука, справедливость в этом ёбаном мире. Да не, а у даймё нету опа, что он опозорен. Честь даймё. Два этих. Наведи на него, там, где вот эти кружки с честью. Ну. Нет у меня опозоренный. Репрессии в провинции, плюс один способность, нету. У меня просто честь новый вассал плюс 3, личное слово плюс 3, всего 6. А мне тебе во всех провинциях опозорен, дай мне... Ну, значит, ты где-то косякнул, чувак. Я... Да-да-да, я ж напал на чувака, с которым у меня был союз. Чёрт. Скорее, мирный договор. Договор, да. Ты сделал ровно то же, сука, что тогда мне, блядь, посоветовал. Бля, точно, я ж напал это самое, чтобы отбить эту. Есть в этом мире, сука, справедливость. Я и забыл. Да. Я рад. Я счастлив, чувак, я вот так скажу. Мне нормально, так что не должны вставать. Минус один. А? Это на моего напали? Я когда лютая. Отказаться от атаки. Все, завалить оттуда. Я отказался от атаки. То есть он, видимо, просто мимо проходил, а тут мои, блядь. Внезапно из кустов хуяк с хуем на голову. То есть нагло. Не, ну а чё? И тыкает всех. Смотрите, кто не ходит в какой-то путь. Ну я ж говорю, они приходят, уходят, приходят, уходят. Даже до городов тебя ходят. Это вот синий справа. А, может поэтому, кстати, и восстал этот генерал. Что я позвал. Возможно. Да-да, бля, уел. Что ты как бы кидок еще тот. Тебе нет чести служить. Бля, я тут вообще как-то это не учел этот момент. Так, ну чё, собираем армию лютую. Сюда. Бля, это что такое?
дается 20 секунд. А, блядь, не успел поменяться, сука. Йоки не хакадай. Давайте не поменяем. Ай, блядь, что за хуйня. Так, одного этого тоже. Все. Да, тут нормас. Еще пацан проживает. Генерал, ну, у меня самое главное, города не должны восставать. Все хорошее держится. Так, что там качать? Женщина сейчас выдает своих начальников. А, тогда мне нужно через дайно качать. Плюс один. Хотя нахрен нужно. Так, а ну все я. А, и мне не все даже. Вот скажешь вас! У меня флот. Тоно, гомерео! Что у нас по кораблям, пацаны? Вот еще можно один. Кстати, купить. А, он строится. Так, ну все. Все, сейчас я пойду в атаку. Дальше. Да, лучше бы тетка опозорилась бы. Так она ушла уже, все. Да. Забудь про тетку. Вон, да, они пришли ко мне. Ну, точнее, как ко мне? К моему второму вассалу. Поэтому делаем вход конем. Короче, съебываемся с территории вассала. И захватываем обратно Итига. Делаем из него вассала. И вот таким образом... Войско лютое, кстати. Это синего, да? Синий ураган. Да. Пускай он дальше добивает всех. Но у меня войско покруче будет, и сейчас еще генерал идет просто. У меня тут это... Неплохо так. О, у меня есть осигари с иноземными этими... Стрелковое оружие, в общем, появилось. Мушкеты, что ли? Да-да-да. Прикольно, сейчас качну себе. А ебать не качается, 4 хода, прикинь, один строится. Я закуплю. Три штуки. Тут мне какой-то иноземный ход появился. Кстати, а тут что можно построить дальше? Какие-то коней. Знаешь, сколько мне еды? Сколько? Ну, поставок. Плюс 7, блять. Не, у меня плюс 5. У меня сейчас качаются еще там построить. Так у меня еще не все доделалось. Я потихоньку сейчас раскачиваю провинции. На сдачу уже собираю войска. Ну, то есть у меня в первую очередь сейчас все отдается на раскачку экономики. Ебать, он сейчас тебя может опять хуйнуть. А что ты на дороге становишься? Мне нужно в сторону было отойти в лес спрятаться.
Дима тоже умник. Ну, блядь, он как встал, так и встал. Я-то вообще съебал оттуда. А что, что он меня... Ебать, там еще отряд у него видел, сзади идет. Ага. Я знаю. Бля, а красного, кстати, пощемили. Защемил этот фиолетовый. Опа, у меня мирный договор. Я с синим, короче, соглашаюсь на мир. Понимай. А я с ним, кстати, это сам оттуда, во владах-то? Опа, Итан, мне тоже договор мирный дали. Согласен. Теперь я воюю только с двумя. Не, интересно, а реально, если убить даймё? И чё? А позорный даймё же уйдёт, да? Да. Просто я, у меня есть идёт генерал, я думаю, нахуй мне даймё этот опозорный, я тогда генерала сделаю. Ты хочешь его в убийственную атаку послать? Да. Бля, да не буду с тобой мирно ровно же закончать, заебал. А, красный пошел ураганить, кстати. А сейчас, мне кажется, а, красный синим затусился, прикинь, моя армия с генералом. Он... пошла пиздата это, а ему пиздить. А, ну пускай. Я вижу. Кто там мне синий уже мир предложил? Понятно, а понятно, а ему просто пиздата армия пошла. Пускай там армия. Так. Дай мё. Извини, мужик. Ты слишком опозорен. Ты прикольный такой смотришься, конечно. Бля, не, блядь, отмена. А, отмену нажми. За него впрягается город. Бля. Ебать, а, это этот продаван прокачался. Так, давай тогда гугл займем. Чё, пусть пушится на эти эфиры. И у тебя два ствола. Ага, он ушел. А теперь если один дай мне напасть, вывести его. За него ж не впрягутся эти пацаны. О, все, автобой. Давай. Да я такой, ну-ка пошел. Заработаю честь на поле боя. Нехуй позориться. Пойдем. О, все пропало, ваш флаг некому нести. Он втоптан в грязь. Да я в рот ебись. Сегодня день состоится отпраздновать. Благородный сын нашего бывшего даймё взял на себя. Окей, благородный сын. Где мы твою? Так, вы назад сюда. Да, пока ничего не нападаем, пойду посмотрю, что у меня стал новый даймён. О, нормас. Так, ну и чё, по чести, ну-ка. Вот, Дима, тебе вот так надо было сделать, да и всё, и мозги не бы. Ты... Ой, и честь даймё, всё, заебись. Короче, ты, во-первых, пропадаешь каждую фразу. Ровно на середине, блять. Это печально. В общем, да, похуй. Честь даймё нормально? А я знаю, чтобы не пропадало, а сейчас...